Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла в виде бутылки напитка Coca-Cola и Jack Daniels. Для этого нам понадобится 3D-форма в виде бутылки колы. Выглядит она вот так вот. Имеет такой удобный разрез. Также в комплекте к ней идет резиночка, которая вот так вот уже в процессе изготовления мыла крепится. Вторая форма – это форма в виде Jack Daniels напитка. Вот выглядит она вот так вот, тоже имеет такой разрез, и в комплекте к ней идет резинка. Для декорирования бутылок мы будем использовать наклеечки Coca-Cola и Jack Daniels, которые можно приобрести на сайте Мылоопт. Я буду использовать прозрачную основу производства Англия, кокосовое масло РДО, пищевой ароматизатор коньяк, пищевой ароматизатор кола, краситель жидкий розовый, краситель жидкий пищевой фиолетовый, ультракраситель черный агат и краситель пищевой желтый. Также нам понадобится несколько пластиковых пипеток, стеклянная палочка для перемешивания и несколько термостойких стаканов. Для начала растопим небольшое количество основы. Прозрачная основа растоплена, и мы начнем с вами заливать крышечку у бутылки колы. Для этого нам нужно будет в основу добавить краситель розовый. Добавить пищевой ароматизатор кола. И все хорошенечко перемешать. И теперь с помощью пипетки мы окрашиваем крышку. И ждем, пока она хорошенько застынет. Далее мы берем прозрачную основу, краситель не добавляем, а добавляем только несколько капель ароматизатора кола. Перемешиваем. Берем зубочистку, делаем несколько небольших полосочек на крышечке, для того, чтобы она хорошенько скрепилась с прозрачной основой. И с помощью пипетки заливаем основу. Фиксируем форму резинкой и ждем, пока этот слой застынет. Теперь снова с помощью зубочистки процарапываем немного прозрачный слой основы. В растопленную основу мы добавляем пищевой краситель фиолетовый. Добавляем ароматизатор кола. И
И добавляем немного кокосового масла. Все хорошенечко перемешиваем. И заливаем в форму. Фиксируем резинкой. И заливаем основу до самых краев формочки. Лишнюю пену убираем спиртолом и ждем, пока основа полностью застынет. Теперь приступаем к изготовлению бутылки Джека. Для этого в прозрачную основу мы добавляем краситель черный агат. Мы будем окрашивать крышку. Добавляем несколько капель пищевого ароматизатора коньяк. И все хорошенечко перемешиваем. Теперь с помощью пипетки окрашиваем крышку. И ждем, пока она полностью застынет. После того, как крышечка застыла, мы с помощью зубочистки делаем несколько полосочек на этом слое. И в растопленную прозрачную основу добавляем ароматизатор. Перемешиваем. И с помощью пипетки заливаем основу в формочку. Ждем, когда этот слой тоже застынет. С помощью зубочистки делаем такие вот полосочки на прозрачном слое. Теперь в основу добавляем немного красителя желтого. Добавляем кокосовое масло.
И добавляем ароматизатор. Фиксируем резинкой формочку. И заливаем основу. Лишнюю пену убираем спиртолом и ждем, пока основа застынет. После того, как основа застыла, мы достали наши бутылочки с формочки. И выглядит это вот так вот. Теперь приступаем к процессу оформления бутылок. Берем наши наклейки. Снимаем этикеточки. И проклеиваем. Берем кока-колу. И вот у нас получились такие чудесные сувенирные бутылочки в виде мыла. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!